первый раз в первый класс. На базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Чебоксара состоялся праздник для детей из необеспеченных семей. Маленькому Роме Ивантаеву в сентябре исполнится 7 лет, а это значит, что уже через 3 дня он станет первоклассником. Как и 30 воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Навигатор успеха – так называется 4-я смена детского лагеря. Ее особенность – подготовка детей к школе. Ребенку моему очень нравится. Говорит, что каждый день какие-то у них новые мероприятия, какие-то экскурсии. В прошлый раз они к церкви ходили, там библиотека. Потом, говорит, футбол играют, какие-то там мастерские делают, то есть какие-то там поделочки. Песни, танцы, фокусы будущих первоклассников в школу провожали весело. Такие праздники центр проводит ежегодно. Наша основная это цель – помочь тем семьям, которые стоят у нас на учете. И это не обязательно будет 1 сентября. То есть все те праздники, которые есть для помощи семье и детям, мы стараемся проводить эти акции. Будь это продуктовые наборы, канцтовары, игрушки. То есть в зависимости от праздника. Ну и какой праздник без подарков? Все дети получили набор школьника, а без 5 минут первоклашки еще и новые портфели. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика.